улица Фрунзе. Множество всяких лавок. Куча народу. У нас даже код Wi-Fi в гостинице Казантип. Идем в сторону моря. Мопед. С мопеда нахуй. Идем дальше. Чтение огонь. Пивнушка? Пойдем? Посидеть или с собой пойдем? Или там ближе уже на море? Обалденно. Девчонок куча. Ценник, ребята, в Перму. Это нормально. Да, это нормально. Ценник получается. Вот, можете посмотреть, что мы взяли. Сколько мы даем? 2400, но, соответственно, чайно немножко оставить. Можно еще 100 рублей добавить. Ладно, сейчас 100 рублей еще добавлю. 100 рублей добавим на чай. Обязательно. Здесь это приветствуется. Все это дело закрываем. Ребята, когда сидите в баре, никогда не допивайте и не доедайте до конца. Это признак. Это твой признак нормальной темы. Водочки оставить. И оставить. Типа у вас не влезло, вы сыты, всем довольны, и водки вам хватило. Не нужно доедать до конца, давиться. И как будто бы вам не хватило, и вы ушли там, взяли там из-за жадности. Оставляйте все. Хлеб, все понял. Все. Водка хорошая. 1600 бутылка. И финка хорошая. Да, ну у нас бы в Тюмени она стоила рубля 2,5, да? За меньше набрали. Меньше даже? Да. Все. Пошли мы. Дальше попасть. Что, курить? Да, чего брат куда пошел? Пошли туда дальше. Кайф, ребята. Идем к морю на пристань. Хочу играть. Thank you.
снимать всякого моря хуёля. Я ж каратыши снимаю, Саня. Короче, мы обкиданы, я хочу на дискотеку. Мне похуй. Идем в клуб. Смотри, это повозка ездит, ебаная. Кто такие? Миша уже поправленный. Нет, от литра вина домой, а? И от 0,5. От какой домой? А что iPhone так снимает? Все, пошли домой. iPhone 5S говно. А у тебя свет так же снимает, смотри, трясется. А, вот, все. Там туалет, я платный запомнил. Сегодня четверг, оказывается. У меня время, блядь, не переведено было. Завтра идем. Хорошо, у меня сегодня у нас коммерциалы. Не водка, а виски. Инстаграм. Инстаграм выкинь. Он ебашит домой. Но не могу найти нашу гостиницу. Кое-как ебашу. Буду искать улицу Пушкина. Больше все еще помню. Только Пушкина, блядь. Надеюсь, доберусь. Хуй его знает где, но иду. В говно бухой. Всем привет, в Патоле. Тема охуенна. В поисках отеля не знаю, блядь. Иду хуй пойми куда. Пушкина, я в рот ебу какой номер Пушкина. Будем заказывать такси и будем кататься по Пушкину, искать свой, блядь, хостел. Я в рот ебать не хочу. Мишаня где-то жрет шаурму, только что звонил. Пойдем искать такси. Ебать, я обхавался, пиздец, говно. Я так обхавался раза три всего лишь. И в Патоле это третий раз. Фу, бляха-муха. Идем в этот раз, ждем такси. Ловим и едем до Пушкина. А там на Пушкин уже что-то цепляем возле магазина продуктового. Если он, то я там даю уже. Смотрим результат. Обхаванка ебаная. Ебаный в рот. Утро второго дня. Мишаня, расскажи, как ты провел вчерашний вечер. Я провел нормально. Проснулся на лужайке сегодня. Где-то в парке. Короче, мы вчера с ним разминулись. Немножко, блядь. Подожди. Это пиздец, короче, полный. Дальше. Я не мог найти дорогу домой. Перебухал, короче. Сидел на каком-то, блядь. Я бежал, в парке отдыхал. Рядом кепочка. Рядом айфон. Пачка сигарет было денег, рубля 3 с копейками. Где-то похерил. Либо выкинул, либо проебал. И никто ничего не спиздил. Я пошел в сторону дома, оказывается, нихуя не в сторону дома я пошел. Тормознул Волгу, катался с ней по улице Пушкина. С горем пополам нашел. Он пришел утром, говорит, здорово. Я говорю, в смысле, ты где был? Я говорю, на лужайке проснулся. У него уже была такая история, когда он в школьном дворе проснулся. Так же, говорит, глаза открываю. Небо. Это синие боты жесткие. Короче, меня трясет вообще капец. Мужик, он весь приоделся, шорты плывет, расходил мне. Со всякими гостинцами пришел, видите? Пятерку вчера размял. Ты с пятерки сколько потратил, блядь? Ты не пизди мне, сегодня такое потратил. Ты в клубе взял только, по-моему, вискаря. Я штуки, брат, три, может, даже взял. А, было, осталось? А, штуки 2-3 по 200 рублей. 350. По 350? 4 рубля, короче, он просто въебал. Где-то, с пачкой, кто-то сейчас нашел. Они у тебя телефон не стали пиздить, видимо, подошли, посмотрели, пачка с деньгами, да, нахуй, ладно, телефон пусть останется. Мы на море. О, капец. Что там в туалете? В туалете я бумагу тебе принес. Тут заебал нахуй, ты просто не вытираешься. Че? Жопу вытираешь. Протоколами какими? Твоими протоколами. Это
А пипийку даже ты свою выдирал. Че ты вчера прикололся-то, что я это? Путевки я тебе на подпись дал. Он это, вчера в магазине был, взял путевки, пошел срать. Ну нет, мы еще не купили ничего. А Давид хули смотри. Сейчас купил. В путевку взял, короче. Подходит, я сижу тут пью, он говорит, ну все, механик, я путевку сдал. Я потом сходил, я говорю, ну все, я тебе ее подписал. Я-то протоколами твоими, что-то нет. Нахуй копьё. Сделал жить. Нахуй так бухать, блин. А у них, может, три раза это перебухивал, чтобы не буду показывать. Честно, он херово будет. Не буду показывать. Сначала пол-литра водки, либо литр вина. Искать. Потом искать. Ты чисто ганом вообще хуярил уже потом. Я водку наливал, то еще пиздец. Я стопоря три, но ну, ебал, когда танцевали, там, блядь, колбасились. Ну, как обычно, отравились печеньками. Отравились печеньками. И, короче, я вчера обнимал унитаз наш. Кстати, неплохой унитаз. Ты видел бы, как кнопки вчера нажимал на двери, блядь. И надо же еще оттянуть. Я и ногой, рукой, короче. Вот, короче, я с девочкой погулял спокойно, пришел домой и все. Сидел мирно дома. Там перепухано все, переплевано, я пошел. Ты во Франции? Вот информация.